Всем привет! Давно не показывал наших взрослых кормилец, куриц. Вот. Сегодня у нас стало потеплее. Вчера шел снег, был ветер. Вот. Сегодня стало потеплее, с крыши опять все капает. Снежочек, я думаю, что весь растает. Вот у нас тут гуси гуляют сразу. С утра их выпустил. Вот. Светит солнышко, поэтому... Обогреватель мы выключили, выпустили. Вот. Дали им сегодня с утра сыворотку опять. Индоуткам и курицам. Индоутки вот снесли уже 3 яйца. То есть, видимо, сезон подошел. Гусак топчет гусынь. При этом яиц пока так и не обнаружил. Вот. Вот видите, потихоньку все равно выходят. Сейчас главный проверит, как дела, как обстановка. Вот он выходит. И все остальные пойдут уже тогда, наверное, гулять. То есть они должны сходить до крыльчатника, посмотреть, что там как. Остальные пока не сильно шевелятся. Стесняются, видимо. Вот они там все. Вот. Пьют сыворотку. Едят остатки гречки, которую не съела собака. Вот. Потихоньку у нас заканчивается первая инкубация. Сегодня у нас 9 марта. 14-15 числа у нас будет вывод. В дальнейшем посмотрим по выводу, по всему. Будем, не будем еще выводить куриц специально для себя. То есть первый вывод это явно будет для себя. В прошлый год мы также вывели для себя, но у нас 20 кур просто забрали. Поэтому себе не осталось. Вот. Вот видите, там зола. И немножко раскидывают ее. Колупаются, что-то ищут. Вот. Тут все подтаяло. Потихоньку надо будет наводить порядок. Все прибирать. Ну, это я думаю, что недельки через две, потому что ожидается похолодание опять до минус 20. Вот. Ну, так вот мы потихоньку живем. Вот у нас тут петушка обидели. Вот видите. За гребень тут его потаскал. Возможно, даже курицы. Вот. Вот поставим до утки. Тоже с сывороткой. Но сегодня яйца пока не увидел. Вот. Вот видите, они на солнышке здесь сидят. А особо не хотят выходить на улицу. Ну, сейчас пройдет немножко времени. Во-первых, проветривание идет максимальное. То есть дверь открыта. Во-вторых, температура на улице за счет солнца повышается. Естественно, в помещении тоже будет повышаться. Ну, из-за холла мы пока не убираем. Ну, вот это оставляем все. Вот у нас молодые, старшие, все гуляют. Вот они спрятались. Свободного места много. Вот, видите. Вот. А утки в этот момент, сейчас покажу, чем занимаются. Они подъедают у нас остатки корма. Вот таким вот образом. Вот они его подъели. Сидят в теплице. Видимо, мерзнут. Вот. Поэтому пока сидят там. Посмотрим. Вот они. Серый. Серый. Вот он. Вожак. Сегодня погода будет, я думаю, что хорошая до вечера, поэтому целый день они у нас опять будут гулять. Недели две или три они у нас уже гуляют стабильно, каждый день. При минус 20, при минус 5, при плюс 2 температура не влияет на их прогулки. Точнее, на открытие дверей в теплицу. То есть в любом случае я им открываю, даю возможность погулять, так как они
не такие теплолюбивые и не так сильно реагируют, как курица на холод. Вот. Ну что, Петя, гулять-то пойдем? Вот видите, все, вышли. Сейчас он, наверное, пойдет в крольчатник. Надо же проверять все. Выпустили, солнышко светит, но лежит снег. Вот для них это удивительно. Вот видите, кто знает, уже сразу напрямую идет. Кто не знает, еще пока не идет. Вот. Вот видите, маленькая курица. Она у нас молодая. За главным петухом она стала на одном насесте с ним находиться. За главным петухом ходит. Сетка их, видимо, немножко смущает. При этом тут можно пройти спокойно. Вот. Петух у нас что-то распушился. Не знаю, что. Молодой. Проявил он себя хорошо. По крайней мере, по оплодотворению яиц мы увидели, что два петуха у нас рабочих точно. Вот. Ну, естественно, надо будет сокращать поголовье, смотреть, выводить более молодых, более продуктивных, так как у нас старые курицы уже приносят не оплодотворенные, а обычные пищевые яйца. Да, яйцо крупное, тоже хорошо, но на инкубацию оно уже не подходит, то есть тут вариант самый простой, то есть крупные яйца просто не брать на инкубацию, хотя мы используем все, то есть круглые, не круглые, без разницы, используем абсолютно все яйца и абсолютно все используем. Длинные, значит длинные, какое есть, то есть у нас нету прям выбора, грубо говоря, если бы нам надо было 50, а у нас лежало 100, конечно, мы бы сразу выбрали, откалибровали. А так у нас сколько есть, столько используем. Вот. Вот. Так что, скорее всего, вот этот вот у нас петух останется во главе хозяйства, во главе курятника. Тот, который постарше, у нас уйдет. Так как этот более рабочий петух, но в плане позвать, в плане кукарекать и всего прочего, пока я его не замечал. То есть, как глава семейства он еще не рабочий, как производитель, да, он хороший производитель. Вот. Видите, с подружкой сидит. Вот. По мышам у нас очень интересный момент происходит. Мыши у нас бегают от курятника в теплицу. При этом мышеловка не срабатывала уже в течение, по-моему, 3 дней ни разу. Мышей ни одной я тоже не видел в течение 3 дней. Не знаю, что происходит. Ну вот пока вот так вот. Вот видите, на солнышке засыпают, тепло становится, пригреваются. Хорошо. Вот как-то так.